У тебя совести нет. То есть как нет? Ну нельзя, чтобы совсем-то не было. Это подлог. За это Сибирь. Зачем такие слова говорить? Ну какой подлог? Какая Сибирь? Ну это умное дело. Завещали. Что хотите со мной делаете? Так это ж подлог. Господи, что вы такое говорите, Михаил Борисович? Вот есть деньги, не дам. Пожалеете. Артём, дом сожгу. Что? Вы влюблены? Вы почти угадали. Мне жаль вас. От чего? От того, что это грех. Небольшой, я думаю. Это судя по человеку, которого вы любите. Богат он или беден? Богат. Это большой грех. Я сейчас в таких летах. Каждую минуту должна ждать любовной горячки. Ну что такое? Я боюсь. Маленький, что ли? Чего? Ну-ка бы маленький не боялся, маленькому не страшно. Ну, чего? Скажи на милость. Женют! Вот от чего людей боится. Ой, а разве кругом у нас люди живут? Ой, башки, да кто ж по-твоему-то? Волки, да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать. А вот сейчас здесь на наших глазах и невеста ваша с приданым, и Михаил Борисович с его имением волки съели, а мы с вашей тетенькой, господи, чуть живы остались. Вот это понимание будет!